Сейчас ты создаешь вот эту цветовую затею с корешочками краски. Например, взяла жидкость, взяла белила, взяла бирюзовые. Во многих местах на картине есть бирюзовые, да? Вот как где ты его там примерно видишь, и ты его тоже подкладываешь. Угу. Желтые есть. Берешь желтенькие и тоже их потом подкладываешь. Розовые берешь и розовые подкладываешь. Хорошо? Угу. То есть наштриховать рябь. И вот это тоже берешь, да? Да, просто как рябь. Ничего не рисуешь. Саму розу не рисуешь. Угу. Рисуешь пятно красноватого цвета. Шочек влево. Влево шочек сделал, чтобы я тоже доставал. Мордочка все равно у нас будет с желтотой. Только пятна. Да потряснее. Никаких кругляшков мы с тобой договорились не рисовать пока. А создать рябость. Рябость. Хорошо? Именно рябость. Посмотри, уже рябенько, уже какая-то организация пятна происходит. Не закрашивание Е, а рябость. Так же, как внизу, вот этот красивый белый. На мой взгляд, от него не стоит отказываться. Выдавишь себе белый. И тоже рябо. То есть импрессионизм – это мелкая рябь мазков. А мы хорошую подсказку получили. Давайте. Многовато ты пятно лица засеяло. Конечно, мама очень похожа. Это бабушка, да? Очень похожа. Амбразурка глазиков. То есть сначала мутное, грубоватое пятно, как некая болванка лица. Там до светлой партии я немножко собираю вещество. Небольшим количеством краски начинаем высветлять светлые партии. Небольшим количеством. То есть таким количеством, примерно как тональный крем на лице.
Так, сейчас. Какую-нибудь правильную кисточку. То есть облаковидное решение на первом этапе. Облаковидное решение. Потом чуть-чуть начнет появляться четкость. И как пальчиком перемалываешь на светлость. Вот так перемалывает. Тень делаем, да, вот здесь? Да, остается там теневое. А сюда приходит светик. Ну такой тихий, не кричащий, тихий. Смотри, мелкие мазочки, даже если они о форме едва говорят, но они создают красивую резь. Да? Ну давай возвращайся немножко снова сюда. Можешь здесь немножко топтать. Достаточно характерная вот эта вот кулочка. Ты, как все нормальные детки, высветляла белилами. Желтилами. Теневые на теле розовят, а световые желтят.
решила сделать. Смотри, а это создало идею штриха по цилиндру. Создало? Смотри. Цилиндричность формы. Смотри, смайлик губ немножко более улыбчивый. Ну и цвет губ не коричневый. Зачем коричневый? Щель между губами, самое темное место, и краснит, коричневит. Но в первую очередь краснит. Красноватость тени делает ее несколько прозрачной, правда? А то, что она из-за коричневого была похожа на деревянность. Да. У нее карие глазки? Голубые. А у тебя? У меня серые. Серо-голубые. Иногда кто-то видит голубые. Меняем. Иногда зеленые. Под настроение. От всех родственников. Понемножку. Бровки сейчас похожи на два шнурочка. Ну, такие тоненькие. Но два шнурочка. Они должны быть более крылатыми. Ни кривой гвоздь, ни два шнурочка не должно быть. Очень часто, когда
пытаются сделать максимально точные брови новички, получается кривой гвоздь. Потому что так увлекаются вырисовыванием этих мелочей. Искусство не может добиться. Ну, это я к тому, что ты много хочешь. Я только всегда по жизни много хочу. Мозг мужчины. Похоже. От себя. В первую очередь. Когда у смайлика губ есть хотя бы настроение, вот это, тогда губы, даже если они в данный момент не улыбающиеся, но есть ощущение, что они частенько улыбаются. Поэтому лучше такие вещи показать со смайликом туда. С возрастом у многих людей появляется вот такое звучание губ. У нее сейчас такие же. Такие же, она да? Она у меня какая-то настоящая вообще. Ну, мама тоже. У меня, правда, мама прима театра оперетты. Вот у меня тоже не стареет лицо и все. Такая красивая вообще. Сейчас смотрю, но хочу тоже так. 75. Можно придумать? Видела, а вот что-то такое, никакой пленочки нет вокруг. Да, я хотела. Я маму сейчас трансфератор встану на лево. Перезвоним.
Ты завтра придешь, мы его продолжим. Еще? Уточнишь. Хорошо? А у нее темно-синие, наверное, да? Нет, такие светлые голубые. А, вообще голубые-голубые такие.